Мартик, ты куда? Мальчик, почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел? Я сегодня смотрел в интернете про будущие года и увидел, что в 2025 году будет разрушена Россия. Хотите, я вам покажу? Ох, сынок, как ты меня напугал! Это ваш ребенок? Да, это мой. Он всегда в разные годы смотрит в интернете? Нет, что-то он увидел в интернете и от меня ушел, а я побежала его искать. Мадам, дайте я вашему сыну скажу правду. Мальчик, с нашей России в 2025 году ничего плохого не будет. И конца света тоже не будет. Фух, теперь я буду знать, что фейки в интернете смотреть не нужно.